Этим ярким событием в Котласе будет отмечено четвертое лето подряд. И по традиции оно вновь будет приурочено к празднику всех влюбленных – Дню семьи, любви и верности, который в России отмечается 8 июля. Именно в этот день православные почитают святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов муромских – Петра и Февронию, хранителей семьи и брака. По опыту прошлых лет количество участников у нас растет с каждым годом. Если первый парад мы начинали порядка с 10 невест, да, то в прошлом году у нас уже было 42 невесты. И вот тот, скажем так, ажиотаж и то количество людей, которые приходят посмотреть на это красивое зрелище, оно, конечно же, тоже растет. И мы этому очень рады и будем рады видеть еще большее количество народу. В этом году Наталья Шарина планирует увеличить количество участниц парада в 2,5 раза и выпустить в шествие по центральным улицам города 100 невест. Символично главному празднику 2017 года – столетию Котласа. Принять участие в ярком шоу могут не только замужние дамы, но и те, кто еще не вступили в брак, но уже планирует это сделать. Возраст участниц не ограничен. В этом году жестких критерий по стилям, по каким-то нюансикам и интересным фишкам, как скажем, требований нет. Требование только одно, чтобы ваше белое платье было белым или светлым в цвете шампань на 85%. К участию в параде невест приглашаются свадебные салоны и салоны красоты, ну и, конечно, другие специалисты веддинг-индустрии. В этом году к нам подключился уже фитнес-салон «Бьюти», как вот одних из организаторов-спонсоров, потом салон «Флорина» и компания «Август». Уже завтра, 29 июня, в актовом зале Центра дополнительного образования по адресу Маяковского, 30, состоится первое организационное собрание участниц парада невест. Начало в 18:00. Где мы обговорим всю программу этого мероприятия, ну и обговорим какие-то сюрпризы, которые мы с вами приготовим вместе в честь этого мероприятия, праздника.